Ну, если брать за начало координаты и откатить в обратную сторону, то есть, допустим, 29 марта, выборы президента, которые вряд ли нам дадут перенести, это значит до 29 декабря, за 90 дней выборы будут совмещены, скорее всего, с Верховной Радой, то есть до 29 декабря. Есть срок как минимум выйти на госграницу и объявить об окончании военного положения. Ну а дальше уже можно запускать маховик выборов и заменить власть 29 уже марта. Вот исходя из этой, если парадигмы смотреть и откатить, то вот до 29 декабря мы вроде как обязаны. Раз это, я, конечно, сейчас сарказм, потому что человек, да, с офиса президента, поэтому это с такой долей приходится это освещать. То есть до 29 декабря у них есть задача по офисам президента выиграть эту войну и запустить предвыборную кампанию. А если смотреть с точки зрения военной, сложно это будет сделать, очень сложно, архисложно до конца этого года выполнить задачу полной деоккупации Украины, выхода на госграницы и зачистки украинской территории. Если бы вот сейчас, завтра появились самолеты и атакамсы, это можно было бы. То есть можно было бы спрогнозировать, что за полгода мы эту задачу, в принципе, можем выполнить. Но пока нам пообещали, что дадут когда-то самолеты и дадут когда-то атакамсы, и сейчас определенное количество летчиков уже начало обучение. Ну, Норвегия, Дания, это понятно. Это страны, в которых есть F-16, которые ими поделятся, с нами ими поделятся. То есть это понятно. Но раньше, допустим, августа, сентября месяца мы этих самолетов не увидим. А 3 месяца это маловато будет для того, чтобы во второй фазе полностью уничтожить российскую армию в Крыму и на Донбассе. Потому, но я еще раз, я-то смотрю с военной точки зрения, исходя из той присяги, которую давал украинскому народу, да и каждый военнослужащий, то есть территориальная целостность и суверенитет государства. Территориальная целостность – это значит ни одного военнослужащего сопредельного государства на территории нашего государства быть не должно. Потому я не знаю, как, допустим, до 29 декабря можно полностью убрать без самолетов и дальних ракет, полностью убрать войско российское. Это нереально. Это значит, опять могут быть какие-то такие договоренности какие-то на политические, на 15 лет опять Крым, я уже боюсь это говорить, потому что в прошлом году это было уже 27 марта, это мы все это слышали, он Лукашенко даже подтвердил, хотя ему верить себя не уважать, но тем не менее, то есть такие моменты есть, пока вызывают, ну, как минимум скепсис с военной точки зрения. Я думаю, придется нам бороться с россиянами и в следующем году. Мы можем выйти на границу, на госграницу, и в этом году, и до конца этого года выйти на госграницу, но останется несколько анклавов, которых придется зачищать, дочищать, то есть Крым, часть Крыма, по крайней мере, южная горная часть Крыма, часть Донбасса может остаться, и там придется работать и работать. То есть не один десяток тысяч войск, а то и сотни тысяч войск российских, с которыми их придется уничтожать. Это быстро не получится. Потому, ну, немножко я сомневаюсь, пока, по крайней мере, пока не увижу самолетов и атакамсов, вот очень сложно спрогнозировать до конца этого года. Все-таки, я думаю, следующий год и следующий год и летняя кампания следующего года, вот она более-менее реальна по полной зачистке Украины от России.
Так, друзі, розходимось. Війна ще не закінчується. Насправді, так, голови ми всі розуміємо, що це дуже нелегко, тим паче, що ми зараз свідки перших таких операцій в межах підготовки до наступу, як це все важко вдається. Я дуже сподіваюся, що жоден із наказів не буде підпорядковуватися чи поєднуватися із політикою, тому що за цим справді стоять життя наших людей. Але, пан Роман, я тут одразу тоді згадаю наших розвідників ГУРМО, та їм багато діставалося на горіхи від вас і не тільки. Є їх за що і пожурити, і похвалити, але вони знову повторили фактично минулорічний наратив, сказавши про те, що в Крим ми зайдемо ще до того, як закінчиться тепло. Ясно, що можна зайти диверсійною групою, намочити ніжку у Чорному морі і швидесенько повернутися на контрольовану Україною територію. Але коли вони кажуть про це, вони, звісно, мають на увазі дещо інше. То, власне, Крим влітку, це зараз виглядає реалістично чи ні? Те, що ми бачимо зараз на Запоріжжі, те, що відбувається на півдні в цілому, та після підтопленого лівобережжя Херсонської області. Чи світить нам Крим цього сезону? Ну, гур у нас как суслики, их не видно, но они есть. Потому я так понимаю, что, скорее всего, разведка наша уже давным-давно в Крыму выполняет задачу, пьет кофе в Ялте, то есть этот привет подалеку передает, я так думаю. То есть эту задачу они однозначно выполняют. У нас разведка реально, у нас, наверное, лучшая разведка в мире. Вот именно военная разведка, не в смысле службы внешней разведки, то есть не об этом говорю, я говорю о военных разведчиках, о Главном управлении разведки Министерства обороны, о силах спецопераций, которых почему-то разнесли у нас в ГУР в Министерстве обороны, обслуживает золотые яйца этого Резникова, а силы спецопераций выполняют задачу Генштаба. Вот это неправильное разделение, скорее всего, это должна быть одна общая контора, но это им там виднее. Но разведчики у нас, конечно, молодцы, звери, конкретно волки, тут вопросов нет. И однозначно они уже в Крыму и мочат не только свои ноги, я думаю, головы мочат потихоньку и россиян. Подмакивает, по крайней мере, у них. Мы видим, как работает наша разведка, военная разведка, Главное управление разведки. Подрываются железнодорожные пути в Крыму, в том числе подрываются базы, подрываются, почему-то подрываются коллаборанты, подрываются генералы, и идет корректировка огня дальними ракетами. То есть весь комплекс тех задач, которые могут выполнять военные разведчики, они выполняют. Здесь вопросов нет. Прогноз – это немножко не для военной разведки. Военная разведка может заниматься ИПСО, так называемой, информационно-психологическими спецоперациями, а вот это ихнее. Потому, исходя из их задач, если это ИПСО, то, в принципе, оно хорошо сложено и очень грамотно, правильно подано. То есть для чего? Для того, чтобы россияне, крымские, которые почему-то находятся в Крыму без разрешения нашей погранслужбы, они до конца лета собрали чемоданы и плавненько сдвинули на свои места, места обетованные, то есть туда, откуда они пришли. Это самый оптимальный вариант. Вот с этой точки зрения, конечно, можно согласиться. Ну а исходя из военной обстановки, которая сейчас есть, я думаю, в Крыму мы сможем быть в конце лета, если будет форсирован Днепр, и мы из-под Херсона или из-под Новой Каховки двинемся в сторону Армянска. Вот это самый такой оптимальный вариант для захода в Крым летом. Ну, то есть по-теплому. Хотя слово «теплое» — это после Греты Тунберг, и я вообще не понимаю сейчас, где тепло, а где холодно. Я помню еще морозы у себя за 40 градусов на Донбассе. Поэтому сейчас, после того, как наколдовала Грета, то Тунберг отдыхает в этом смысле. Будем считать, что под конец лета можно только после вот таких операций, после форсирования Днепра и выхода на Армянск, тогда мы действительно можем зайти на конец лета в Северный Крым, дойти до Джанкоя, может быть, до Симферополя. Но дальше двигаться в Горный Крым лучше только с дальними ракетами и самолетами. Иначе будут большие потери. По горизонту еще можно идти, при азовских степях, в принципе, можно и без авиации работать. Сложно, но можно.
А вот уже в горы и в той же возвышенности Донбасса лучше подниматься только с дальними ракетами и с самолетами. Это лучше оставить на второй этап, на осенне-зимнюю кампанию. Самый оптимальный вариант. Но поверим главному управлению разведки, или как минимум за них порадуемся, если они летом еще зайдут в Крым. Могут об этом никому не говорить, просто потом селфи показать. Так, ну, знаєте, цікаво, що той, хто уважно дивиться наші з вами панорамні ефіри, вони знають, що Армянськ тепер в нас асоціюється з наступною загрозою. Це те, що ми з вами минулого разу обговорювали, кримський титан. Тому я сподіваюся, що наші військові до цього будуть готові. І тут важливо відзначити, що спочатку про це от направду заговорили експерти. Ми з вами обговорили, що замінований кримський титан, і потім вийшов ГУР і сказав, що ай-яй-яй, може бути великий вибух і велика небезпека. Ну, тобто вони теж фіксують. Але не тільки наші українські розвідники, пане Романе, нас з вами слухають, дивляться нас і у Чехії дуже активно, тому що президент Чехії Петр Павел, я нагадаю, що це генерал армії, це справді така бойова людина з бойовим досвідом, військовий. Він сказав, він вважає, він називає сьогоднішню операцію останніх декількох тижнів формуючими операціями. І коли він це сказав, думаю, десь я це вже чула. А, це ж Роман Світан в мене тиждень тому навіть більше про це сказав, що це саме формуючі операції. Основна мета і завдання яких, як він каже, ще, власне, попереду відкриється. То я тут декілька факторів хочу поєднати. Це те, що ви нам теж казали, що це формуючі операції, ціль їхнє, завдання яке, і чому зараз ми знаємо, що тільки 3 гвардії наступу із 12 пішли в цей наступ, а замість цього на Запорізькому напрямку росіяни використовують до 90% своїх резервів. Чому ми кинули так мало? Просто поясніть, щоб та ми, цивільні люди, розуміли логіку цих військових операцій, звісно, не видаючи жодних секретів. Ну, как минимум логика есть, раз нас цитирует ГУР через определенное время, а потом нас цитирует еще и президент Чехии, бывший генерал, который разбирается, значит, логика уж точно есть вас смотреть, ваш канал, потому это как минимум, главное, чтобы они только донатили, и чехи, и гуровцы. Это самое главное, то есть могут даже не смотреть, мы, если что, их и там вот так расскажем. А вот то, что сейчас, допустим, происходит, и то, что подсвечивает, ну, во-первых, ГУР подсветил, понятно, по поводу Крымского Титана, они просто перепроверили данные о минировании. Сначала они проминировали, россияне проминировали только подходы к Крымскому Титану. Ну, подходы – это же такое дело. Их определить точно, куда и как, очень сложно. И какое направленность. А вот когда они начали минировать уже кислотоприемники, вот, а это уже однозначно минирование именно химпроизводства. Вот после этого ГУР, конечно, и заявил. Президент Чехии, он, вот, посмотрите, все практически за последние полгода говорят об одном и том же, об одной и той же цифре подготовленных бригад. Ну, если сыграть с ними в эту игру, то можно сказать, ну да, 9-12 бригад подготовлено, и вот это большая сила, сейчас только 3 использовано. Ну, а теперь, если все это перевести в не относительные цифры, а абсолютные цифры, ну вот сколько бригада? 4 тысячи человек? А что такое 12 бригад? 48 тысяч человек? 50 тысяч? Это на одно направление мало. Потому я не думаю, что у нас 10-12, 9-12 бригад. Это, скорее всего, заниженные цифры. Это правильно, это грамотно. То есть их в информационном поле разгоняют, занижают. Россияне прекрасно понимают, что у нас не 9-12 бригад, а серьезно намного больше. И это прекрасно в свое время подсветил некий Пригожин, если такого слышали. Он иногда появляется в эфирах, то есть он подсветил в свое время о готовности наших войск от 200 до 400 тысяч человек выполнять определенные наступательные атаки. Вот он дал лах такой от 200 до 400 тысяч человек, это не 9-12 бригад, это намного больше. Вот сейчас может использоваться на линии фронта действительно около 3 бригад, вот смотрите. Бригада – это, ну, пусть несколько батальонов, в зависимости от того, какая бригада, как заточена, ну, то есть несколько батальонов.
Сейчас работают в основном штурмовые группы, то есть рассредоточенные бронегруппы, а это в основном ротные штурмовые группы по 100 человек. И вот их хватает на всю линию фронта для того, чтобы проводить вот эти формирующие операции, о которых президент Чехии говорит. Ну, если серьезно, то это я у них свистнул это обозначение, а не они у меня, это реальное обозначение таких операций стран НАТО, то есть это их парадигма, их восприятие. У нас в свое время, в прошлом тысячелетии, они назывались намного проще, ёмче, может быть, это разведка боем, так называемая, в составе групп, рот батальонов, неважно. Но неважно что, главное понимание как таковое. Вот пусть это будут формирующие операции. Так вот, эти формирующие операции проводятся вдоль всей линии фронта несколькими бригадами. Не тремя, ну, конечно, больше. То есть, если общее количество брать, конечно, больше бригад выполняет эти формирующие операции. Но вот именно малыми операционными штурмовыми группами, в основном ротными. Очень правильно, потому что для того, чтобы не попадать под удары российской авиации, российской артиллерии, которая может все-таки прицеливаться. Плюс в последнее время россияне начали использовать ракеты Х-22 по линии фронта. То есть Ту-22 М-3 поднимаются, по две ракеты сбрасывают. И вот они начали их. А ракета Х-22 это все-таки до тонны боевой части. То есть работа нельзя больше трех собираться. Это как минимум для того, чтобы ракета не прилетела. Потому в рассредоточенном порядке выполняются боевые задачи. Потому если уже чисто к цифрам привязываться, ну, лучше бы это, ну, вернее, к этим цифрам, которые сейчас в информационном поле, лучше их не озвучить, ну, вернее, можно их озвучить в общей парадигме, раз так их показывают, ну, ладно, пусть будет 9-12 бригад, и сейчас 3 бригады двигаются, но реально это, конечно, все намного больше, намного масштабнее, и мы этого масштаба еще не видим. Наши стратегические резервы около 90% находятся от линии фронта где-то за 50 километров, не меньше. Я не знаю, где они находятся, просто знаю, что ближе они просто не подойдут, так как попадут под удары тех же ланцетов, той же армейской артиллерии. Ну, то есть они находятся за 50 километров, там, а дальше до канадской границы за 15 минут. А вот тогда, когда нужно, они появятся. Они появятся тогда, когда будет принято решение на прорывы. Они будут не подходить, они сразу сходу будут заходить в прорывы, которые сейчас формируют вот эти формирующие операции, которые проводят наші бронегрупи. Так, ну тобто сьогодні закладається певний фундамент, але я хочу все ж таки звернутися, пане Романе, до цитування агентства Reuters. Ми з вами, я сьогодні зранку вас про це на прямому питала, але враховуючи, що там ширша аудиторія, я вирішила її, те, що називається, пощадіть. І я обрала таку спокійнішу цитату. На вечір, думаю, зараз підемо по хардкору. Що кажуть західні експерти? Ну, вони кажуть про те, що основна лінія російської оборони, вона має глибину десь 15 кілометрів. Україна поки не може досягнути стратегічної раптовості, але буде з усіх своїх можливих сил намагатися це зробити, та і отримати оперативно і тактично цю раптовість. Далі кажуть про те, що через 5-6 днів після початку основної фази наступу, це те, що було минулого тижня, прогрес, схоже, зупинився. Імпульс, який Збройні Сили України накопичили за перші дні цього наступу, вже досяг там свого апогею, тобто більше нічого немає. Я дещо знаю, але я не можу говорити про це. Ви знаєте ще більше, і ви тим більше про це не будете говорити. Наскільки близькі чи далекі оці висновки, які робить Reuters, чи можна сказати, що вони просто поверхневі? Ну от вони бачать, ось інформація від росіян, та, як вони з усіх ракурсів знімають один підбитий леопард, видаються за тисячі. Ось вони кажуть, що тут вони стояли, тут вони лишаються. Тобто, наскільки в світі зараз, в принципі, є адекватне розуміння того, що відбувається на полі бою, якщо ви кажете, що 90% наших резервів за 50 кілометрів, плани
Генштабу ніхто не знає. Вийшов прекрасний матеріал BBC, де розповідається про те, як на початку повномасштабного вторгнення до нього Залужний показував американцям план захисту Києва, і то показував неправдивий. Та? Ну, тобто там щось він приховав, тому що навіть їм до останнього він не міг довіряти. Тому я вірю, що всі плани в нього зараз в голові. То що ви скажете з приводу цих критиканів із Заходу? Ну, восприятие движения, особенно на линии фронта, оно не может быть издалека. Ну, это практически нереально. То есть, если нет информации непосредственно от участников, нет понимания процессов, которые проходят, и нет понимания и информации о силах и средствах противников, то сложить реальную картину невозможно. Вот поверхностную, да, возможно. То есть вот на сегодня вот такая-то ситуация. Вчера она была такая, сегодня она такая, завтра такая. Вот все движется вот, вот в ту сторону. Не более того. Потому такая поверхностное восприятие, оно, с одной стороны, ну, тоже оно правильное, потому что, не понимая внутренних причин и внутренних резервов, сложить не сложишь. А давайте разберем эту ситуацию. Несколько недель, пара недель назад, пару уже, можно сказать, полторы недели прошло, ну, почти две недели назад, началась горячая фаза. Тогда, когда наши войска пришли в движение и пошли вот эти формирующие операции, давайте назовем их правильно, в разведку боем. То есть это пошли бронегруппы на выполнение задачи зондирования обороны противника. Зондирование обороны противника. После проведения этой операции она проводится около полутора-двух недель. Вот оно, это зондирование, только сейчас заканчивается. Ну вот, вот мы сейчас попадаем как раз на конец этого зондирования, и оно дальше продолжаться не будет. То есть этот этап выполняется. Дальше остаются задачи, которые в процессе зондирования были уже определены как подготовительные для прорыва. Вот в районе Орехова сейчас там продолжаются боевые операции, как раз уже понятно для понимания, уже, вернее, понимание, как такое произошло, операции продолжаются для формирования уже плацдарма для наступления. То есть одно из направлений, это может быть из-под Орехова, в сторону юга, неважно, это может быть не Токмак, это может быть южнее, вернее, западнее, восточнее, неважно, но сам плацдарм уже формируется в районе Орехова. Остался в горячей фазе Времевский выступ. Его стачивают наши войска правильно, грамотно с флангов, то есть фланговыми ударами подрезают россиян, заставляют либо уйти, либо погибнуть. Он будет стачиваться на Времевский этот выступ до тех пор, пока не упремся мы в Старомлыновку, так называемую. Это на траверзе наших двух гарнизонов слева и справа, это Гуляйпольский и Угледарский. Вот это вот выступ, он не просто так образовался. Россияне шли вперед, просочились, то есть вклинились в нашу линию обороны, но вклинились почему? Потому что ни Угледарский, ни Гуляйпольский гарнизоны не прогнулись, остались. Они прошли только до Великой Новоселки, до этого гарнизона и остановились у Великой Новоселки. Вот образовался такой выступ, но в любом выступе, где проблема, фланги. И вот фланговыми ударами слева-справа, вот с востока, с запада, мы начинаем подрезать этот выступ, пока в конце концов не срежем его полностью. А для чего? Для того, чтобы потом легче было двигаться, допустим, с Гуляйполя и с Угледара на юг. Сейчас это невозможно практически сделать, потому что любое движение с Гуляйполя на Бердянск или с Угледара на Мариуполь вызовет фланговый удар с этого выступа в одну или в другую сторону. Поэтому сначала его надо срезать, вот этим сейчас и занимаемся. Я думаю, неделя-две будем заниматься этим выравниванием фронта, а дальше будут формироваться уже направление, вернее, плацдармы для выполнения прорывов в сторону Бердянска и Мариуполя. Если чуть севернее двинуться, в район Донецка,
Но с Донецка сейчас вывели практически все российские части. Они пытаются выдавить наши войска с Маринки и с Авдеевки. А мы работаем в обратную сторону, особенно по Авдеевке. То есть двигаемся в сторону Донецка, в сторону ДАПа, Донецкого аэропорта. Также срезаем эти выступы, которые образовались за зиму. Они пытались окружить Авдеевку. Вот их также сейчас пытаемся уничтожить. Ну а вообще, вот здесь уже готовый плацдарм движения на Донецк. Там до Донецка несколько километров. Потому если, то есть готовый плацдарм для принятия решения, для того, чтобы у Залужного при принятии решения у него был целый такой спектр направлений, вот, которые он выберет, то и будет, туда и резервы пойдут стратегически. Вот это виден очень хороший плацдарм как раз для удара по Донецко-Макеевской группировке. Это уже четвертое направление, которое готовится, ну, по крайней мере, сейчас проходит. Если чуть севернее, Бахмут. Та же картина, то есть в районе Бахмута наши войска сейчас идут по высотам. Задача номер один – это полуокружить Бахмут, то есть полуокружить российскую группировку, которая находится в низине, а дальше ее уничтожать в зависимости от задачи. И от Бахмута сейчас видно еще два движения. Одно в сторону Горловки на Курдюмовку. Это вот вдоль водовода, а это на Горловку, это общее движение на Горловку, и в принципе, если оно будет успешным, то это тоже один из направлений удара. До Горловки там несколько километров, там рядом практически, если будет поставлена задача, наши войска в Горловку могут зайти без больших проблем. Дальше с района того же Бахмута идет движение в сторону Берховки, но это общее движение на Солидар. Движение на Солидар из-под Бахмута с юго-запада на северо-восток. И тут же началось движение с Белогоровки на тот же Солидар вдоль трассы Сиверской. Это навстречу, это значит на отрезание и на зачистку вот этого выступа. Вот вспоминайте вклинение российских войск в Великой Новоселке, Времевский выступ, вот здесь то же самое, такое же самое вклинение произошло в нашу линию обороны. Удержалась с запада, с юго-запада Константиновский гарнизон, а с востока Сиверский и Белогоровский гарнизон. И вот россияне здесь, как три тополя на плющихе, торчат в этом районе, в районе Бахмута Солидара, под нашими фланговыми атаками, которые в ближайшее время будут усиливаться. Вот эта задача, которая будет сейчас выполняться. Это как минимум, не считая уже Луганского направления, то есть, а там задача та же, Сватово, а со Сватово на Луганск по левому берегу, в зависимости от задачи. Вот только сейчас я на пальцах показал 7 направлений, одно из 7, которое может выбрать Залужный при принятии решения на прорыв. И эти все 7 направлений сейчас готовятся под принятие решений. Плюс через пару недель, наверное, все-таки подсохнет почва на левом берегу. Не знаю, до какой степени там тяжелая техника может пойти, но, по крайней мере, начать форсирование Днепра и подготавливать плацдармы для форсирования в районе как минимум еще 3 направлений. Это Кинбургская коса, это Олешки, та же Новая Каховка. Вот из 3 направлений движение на Армянский, на Мелитополь со стороны Херсонского направления тоже еще 3 направления вот готовых. Вот у Залужного как минимум 10 есть предполагаемых направлений удара, по которым могут двигаться наши войска, куда могут быть введены резервы. И он примет, в последний момент он примет, по какому направлению будут наши двигаться. А до этого времени посидеют все штабы российские, разгадывая, какой из 10 предполагаемых направлений будет основным. Герасимову может Кондратий схватить, если зайдет вечером похмелиться, вернее, утром опохмелиться. Потому и у Герасимова может быть проблема как раз вот с этим вопросом. Я думаю, в гении Залужного никто не сомневается. Это генерал действительно с большой буквы, умница. Ну, чего стоят только его красные дипломы после всех военных кафедр, которые он получил.
сам знаешь, что это такое. Красный диплом просто так не купишь, не пропьешь, не заплатишь. Потому учился он уж точно правильно, ну, естественно, показывает такие чудеса иногда искусства. Потому впереди нас ждет вот эти прорывы на одном из 10 направлений. Ну, а какое об этом будет? Сейчас он не знает, об этом только будет знать Залужный через определенное время, после окончания формирующих операций.